На развитие сельского хозяйства направлено 60 миллиардов рублей. Ситуация в этой сфере, в частности, подготовка к посевным работам, обсуждалась на совещании, которое провел Дмитрий Медведев. По словам премьер-министра, запасов дизельного топлива сейчас больше, чем в прошлом году. При этом необходим мониторинг уровня цен на топливо для фермерских хозяйств. В этом сезоне скидка на минеральные удобрения для российских предприятий превысит 20% от экспортной цены. Ставка по кредитам будет снижена за счет государственных субсидий. Ситуация с уровнем процентных ставок по кредитам меняется. Если в январе короткие кредиты выдавались под высокие проценты, сейчас несколько лучше стала ситуация, но все равно по понятным причинам это существенно больше, чем было в прошлом году. Чтобы облегчить доступ к заемным средствам, были изменены правила предоставления субсидий регионам. И теперь размер компенсации затрат на уплату процентов для аграриев увеличен. Фактически эффективная ставка для заемщиков должна составить от 5 до 10%.